вашем досье сказано, что вы часто бывали за границей, в Англии, Польше, США. В частности, меня интересует период, когда вы находились в Соединенных Штатах. Чем конкретно вы там занимались? С кем контактировали? Еще в 1940 году у нас были данные о том, что ведется работа по созданию сверхмощного атомного оружия. Однако наши ученые считали, что создание такого оружия возможно теоретически, но вряд ли осуществимо на практике в ближайшем будущем. Начальник отделения научно-технической разведки НКВД Квасников направил ориентировку резидентурам в Скандинавии, Германии, Англии и США, обязав собирать всю информацию по разработке сверхоружия. Поступившие в центр за полтора года материалы разведки по разработке атомного оружия кардинально изменили направление наших усилий. В феврале 43 года британские спецслужбы провели диверсионную операцию в Эмарке, Норвегии, где был завод тяжелой воды, необходимый для атомного реактора. Товарищ Сталин поверил, что атомный проект приобретает реальное содержание. О подробностях диверсии нам сообщили наши источники в Норвегии, Филби и Кембриджская группа из Лондона. В 43-44 годах мы использовали различные каналы подходов к американским атомным секретам. Нашими главными целями были лаборатории Лос-Аламоса, заводы Окриджа и лаборатории по ядерным исследованиям в Беркли. Одно из моих заданий в Соединенных Штатах было проникновение в секретную лабораторию в Лос-Аламосе и получение документированных материалов по проекту Y.
Thank you.